На большой сцене детской школы искусств вновь торжество таланта. Звучит музыка, льются песни. Впервые после долгого перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, здесь организован концерт преподавателей и воспитанников ДШИ. Мы просто счастливы, что мы выходим на сцену, что мы сможем подарить наше искусство, наши эмоции настоящим, живым зрителям, а не онлайн, в интернете. Поэтому мы крайне признательны всем, кто пришел сегодня на концерт. В концерте «Зимние фантазии» приняли участие педагоги и воспитанники практически всех отделений детской школы искусств. На сцену вышли вокалисты, музыканты, участники ансамблей «Грация» и «Литечка». Свою программу подготовили и выпускницы ДШИ, скрипачки Дарья и Мария Самодуровские. Выступать, конечно, всегда волнительно, но приятно, и особенно в стенах родной школы. Я буду исполнять мазурку известного скрипичного, именно скрипичного композитора Генриха Винявского. А я буду играть произведение «Девушка из Мурсии», композитор Нин. Концерт воспитанников и преподавателей детской школы искусств проходил в теплой домашней обстановке. На творческий праздник были приглашены учащиеся всех отделений и их родители. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».